Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки нанесла удар по сирийским правительственным войскам в районе города Абу-Кемаль. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА. Как стало известно, международная коалиция ударила по позициям сирийской арабской армии. Атака произошла в районе города Абу-Кемаль. Как передают СМИ, есть пострадавшие, несколько военных скончались. На данный момент точное количество неизвестно. В настоящее время нет точного подтверждения информации. Сведения уточняются. 5514. Хочешь знать больше? Подпишись на наш блог в Яндекс.Дзен. Мой профиль редактировать. Профиль создать свой виджет о сервисе. Выход загрузить из интернета. Добавить изображение. Загрузить изображение и войдите через социальную сеть или анонимно войти как. Гость разрешить публиковать в комментировать новые новые лучшие ранее новые лучшие ранее подписаться поделить все новые комментарии. Никто еще не оставил комментариев, станьте первым. Следующие комментарии.